Павлины на свободе. В Калининградском зоопарке можно увидеть павлинов, спокойно гуляющих среди посетителей. Такая практика существует ежегодно. О том, как себя вести с пернатыми на свободе, в нашем следующем материале. На свободу выпустили 4 павлинов. Выбрали самых красивых и спокойных самцов. Каждый из них занял свою территорию. Один может уйти там в вольер ко слу, сидеть там полдня, потом прийти к крыльцу дома птиц, чтобы его покормили. Он знает, что его там кормят. А другой там может гулять где-нибудь у фонтана в течение дня, а потом прийти тоже в точку, где мы его кормим. Гулять павлины могут по всей территории зоопарка. Такая практика проходит не первый год и применяется в других зоопарках России. Компанию павлинов составили цесарки. Они также находятся на свободном выгуле. Клетка их постоянно открыта. Пока пернатые гуляют по тропинкам зоопарка, посетителям следует помнить о правилах поведения. Прямой контакт с павлинами запрещен. Именно трогать, хватать, гнать, пугать птицу. Кормить не стоит совсем, потому что чаще всего кормят тем, что не подходит для птиц. Один павлин вообще возле кафе у нас постоянно гуляет, и его там картошкой фри стараются накормить. Ну, к счастью, он особо не ест эту картошку, он приходит к нам, потому что у нас полезная еда. Павлины очень хорошо летают и могут оказаться за забором, в гостях у других животных. Но сотрудники зоопарка уверены, что от них они не улетят, ведь здесь их кормят и заботятся о них.